представляет. Она вошла в кураж. Давай, давай! Спасибо большое. Ой, вода. Такие хорошие. Вода. Встали. Вода первая. Вода моя, моя, моя. Тихо, спокойно, на костюм не разливаем. Зоя, иди сюда. Мы так хорошо пролетели. Раз, два, три. Да, мы в Баку. Без. Про синий трактор. Вы вообще фанаты синего трактора, кукутиков? Кукутиков. Кукутиков. Синий трактор был, так я его фанатом был. Сейчас вот кукутики. А теперь кукутики, да? Есть кто-то из любимчиков у вас персонаж? Ой, я не скажу, я не знаю, как их зовут. Ну, хотя бы свинка там. Девочка в горошек, а у вас? Ну, вот этого девочка в кепке в красной. Пожалуйста, пожалуйста, я путаюсь со своими этими кумирами. Мы старались, мы придумывали, мы креативщики. Важное событие, у нас Артур Джан вернулся. Куда пошел? Теперь не отпустим. На самом деле достаточно молодо выгляжу. А мужчина сказал, что я старовата. Можешь сделать липосакцию бровей. Мужчина назвал тебя тетей. Да. Алиса в трауре. Может быть, сделать липосакцию бровей или губей. Ой. Подтянуть. Знаете, влоги мы снимаем для Випак студии? Да, конечно. Вот вы сегодня тоже будете в этом влоге участвовать. Ты хочешь что-то сказать? Всех любим, да? Всех любим. А вы тоже спите в обуви и шапки? Вода вкусная. Поэтому пейте воду. Она помогает здоровью. Кукутики за здоровье, за ЗОЖ. А вы знаете вообще, она помогает перерабатывать пищу. Вот так вот. И музыка более лучше усваивается. И нет, вот это вот она уже навралась. Моя еда, она мне принадлежит и таким же, как и я. Моя еда, моя еда. Здесь правила одни и цель одна. Съесть их. Как вам кукутики? Не ругаться. Ребенок говорит мне не ругаться. Все, она помнит, все знает. Как-то даже непривычно, обычно всегда на всех ору. Как-то прям так и тянет поругаться, да? Да. Ты мне сказала, что твои щечки пухлые, а оказалось, что они тухлые. Но это не проблема, ведь у меня манера. Но это не манера, ведь у тебя манера. А, щечки твои. Что это за мода сейчас такая? Раз, это просто когда паяла сан, орасан, корасан. Не вашим забудем. В мое детство не было таких песен. Все. Алиса, они живые? Как я не знаю, мы сняли вступление, проигрыш и припев. Они прямо вон. Ой, жарко! У меня вся спина мокрая, я вся мокрая просто. Насквозь. Нормально. Пойду-ка я в раздевалку.
раздевалочку. Мне надо... Давно смотрите кукутиков? С третьим ребенком. С третьим ребенком? Да. И каждое поколение смотрело кукутиков. Да, кукутики вырастали, менялись, а дети продолжают смотреть кукутиков. А, да, кстати, я себе звезду на... Что я с ней сделала? Привязала. Привязала звезду на свой стул. Теперь ты звезда. И мне нравится так. Ну что, вы напали на еду? Просто напали! Да. Напали на еду? Да. Ну вы были супер! Ну вы были просто супер! Спасибо! Мы вас любим! Подписывайтесь на канал! Зоя, встаем! Здесь мы уже без слов, не отвлекаемся, слушаем нас и дарим улыбки нашему малышу, который нас сейчас прямо смотрит. Пицца, Новый год, шикарно! Алиска, дай! Все, пошли! Подожди, Саш! Так, девочки, девочки, готовы? Да. Раз. Голд Дансен. Игвиник. Пух. Голд Дансен. Игвиник. Пух. Я вас слушала все их детство. Правда? Конечно. Знаете все песни наизусть? Все знаю. Итак. Так. Я съем камеру. Я тоже хочу. А, вы мармеладные вот мишки, вы добрейшие существа. Нет. Прошел концерт. Прекрасно. Как засунуть? Ура. Помочь? Нет, я уже все. Мы отобрали у Алисы телефон. На заре. Я бодра, энергична, полна сил. Креатива, понятное дело, таланта. И картошки пюре. И картошки пюре. Всем легко, Полин. Всем легко. Ну так это прекрасно. Так это прекрасно. Всем легко. А мне уже не легко. Года берут свое. Я уже все. Зоя! Зоя, я прошу тебя, встань. Дайте руку помощи. Я не могу, у меня лапа помощи. Я у тебя сейчас лапа. Зоя, вставай, не умираем. А я можно? Только самое начало съемки, почему мы все уже умираем? Можно? Настя, сделай недовольное лицо. Бабка Настя. Треш. Не, что, у меня сейчас будут пузырьки во рту. Нарисую я еще и штанишки, и ботинки. Посмотрите, это я. Посмотрите на картинке. Все получилось? Девчат, вступление то же самое, что и проигрыш по движению. Помните наше спокойное такое движение? Какое оно? Да, встаем посерединке желтенький. Да, оно, да. Самое главное, очень-очень улыбаться. Всем улыбаться. Да? Супер, улыбаемся. Во-первых, у нас дебют. И причем двойной. У нас клип новых мармеладных мишек. И мой дебют личный, как режиссера, постановщика, хореографа. Я очень рада, мне все очень понравилось. Мы молодцы. Мы все сняли, все закончили, все в срок. И девчонки вообще крутые. Было непросто, но мы все справились. Это Ева. Там Зойка. Зойка здесь. Зойка просто тоже суперская, любимая, классная. Пятерку. Пятерку ставлю, всем пятерку. А Тайка уже убежала, но Тая тоже супер. Всем пока-пока, мы вас любим. Привет! У нас отличная новость. Если у вашего ребенка скоро день рождения, подарите ему незабываемый уникальный подарок. Видео поздравления от нас, кукутиков. В мультфильме мы назовем имя вашего ребенка, покажем его фотографию, передадим ему оригинальное пожелание и споем нашу веселую песню «С днем рождения». Классно, правда? Ссылка на сайт внизу в описании под этим видео.